Сегодняшняя встреча в Российской Федерации в рамках этой программы показывает искреннюю заинтересованность России в подобном диалоге, и в особенности, если этот диалог идет между духовными и религиозными элитами. И в связи с этим мы должны отметить ту большую роль и тот авторитет, который Россия имеет во всем мире. И в этом плане отношения между Россией и исламским миром приобретают особое значение. В России проживает более чем 25 миллионов мусульман, и поэтому Россия была десяток лет тому назад включена в Организацию исламского сотрудничества в качестве ее наблюдателя, члена-наблюдателя. Говоря об одной из острейших проблем современности, а именно проблемы исламофобии, которую распространяют страны Запада, мы хотели бы отметить, что некоторые заявления и действия, которые производятся некоторыми государствами и их лидерами, ведут лишь к обострению международной обстановки и негативно влияют на отношения между странами и к обострению противоречий. И в конечном итоге от этого страдают обычные люди. Наша религия, ислам, это религия справедливости, это религия любви. И, как сказал Всевышний, мы создали вас народами и племенами для того, чтобы вы не разделялись, а сближались между собой.